Уже при входе ребята познакомились с историей телеканала с помощью фотографий сотрудников «Видное ТВ». Побывали в конференц-зале, где проводятся редакционные оперативные совещания, а после в полной тишине отправились в студию прямого эфира, где в это время записывалась одна из программ. И это все новости на сегодня. В субботу в 20:00 смотрите итоговый выпуск, рассказываем о самых главных событиях уходящей недели. До свидания. Затем ребятам разрешили войти в студию. Здесь им рассказали о работе ведущего, а некоторым предоставилась возможность самим попробовать себя в этой интересной роли. Ведущий Фарк Богдан. Сегодня вы увидите самое яркое, как второй Б-класс из школы-лицея пришел к нам в гости. Юные гости увидели все этапы создания новостей. Корреспондент телеканала Максим Козлов показал ребятам только что отснятый материал, из которого он готовит новостной сюжет. Оператор, который нас сейчас снимает, он вообще самый главный человек, как вы, наверное, знаете, на съемках. Вот, то есть он ходит, снимает все, что происходит. Вот школу, зал, спортивный зал, коридоры. Показали ребятам и монтажные комплексы, где непосредственно собираются сюжеты и выпуски новостей. Также второклассники побывали в виртуальной студии, а потом поделились своими впечатлениями от увиденного. Мне понравилось, потому что тут как раз интересно, можно пройтись, узнать, как делают разные, ну, съемки или разные новости. И как можно стать знаменитым. Мне кажется, что профессия ведущего очень интересная. Я бы так же, как и Татьяна, хотела выступать перед людьми и рассказывать им про новости, про погоду, про очень интересные вещи. Несомненно, дети узнали много нового и интересного, а также получили массу положительных эмоций и незабываемых впечатлений. Привет! Вот так, да? Привет!